Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. В общем-то, вот наш Индрикотерий, и как видите, кнопочки создать гибрида нет. В общем-то, о том в комментариях пишет, постоянно люди еще не все слышат, что я говорю. Он был доступен для создания каких-то там несколько минут, десятков минут, и потом эту кнопку убрали, то есть ее добавят позже. Так что сейчас его нельзя никак создать, никак купить, ничего нельзя сделать с новым гибридом. Ну, вроде бы же он как бы нигде не появлялся, да? Ну да, нового гибрида сначала нужно создать, а потом покупать. Так что с этим вопросом разобрались, а теперь давайте пойдем немножко посражаемся, наверное, с двух ледников мы будем открывать. Это у нас подводная битва. Нет, свирепость нет, мне все-таки по атаке. По атаке как-то я уже привык пока. Итак, будем сражаться. Ребята у нас крепкие. Крепкие, нам нужны пещерочки. Нужны пещерные ребятки, да? Так, мозик у нас есть, но мозик сюда вообще никак, конечно, не заходит. Ну, это что-то как-то слабовато будет. Ну, давайте так попробуем. Беги, Рексик, беги, иначе тебя настигнет вертолет и заберет тебя в полет. Ну, точнее, в плавание куда-нибудь отвезет, чтобы ты смог там по городу походить и кого-то съесть. Так, 6 косарей протостеги. Бьет не больно, но чертовски живучая. Так, ну, надеюсь, в следующих боях у нас будут там рифовые, точнее, пещерные, и мы сможем посражаться нашим новым мозиком, желательно двумя. Так, отлично, мы выжили, ребятки. 1, 2, 3. Блин, ну это обидно, не хватает каких-то там пару десятков баллов. Так, готово. Это 371. Теперь плеозавр и леоплевродончик нас там ждет. 3, ну как раз. У него не было выбора. Он 100% должен был атаковать. У меня было как раз 2 очка в защите. У него по нулям. Так, ну этого мы за 3 пробьем. Потому что мы знаем, что бонус у нас неплохой. Да, и кстати, сейчас пойдем, мы таки наконец, наверное, добьем уже нашу вот эту вот статуэточку, которая денежки собирает. Леоплевродон, Predator X был. Стал жертвой моллюска. Щет! Холи щет, ребята! Так, меня тут пытается сбежать. Так, ладно. Кстати, чем более высокий уровень вашего существа, тем более дикими становятся испытания. У меня там претродон пытался сбегать. Еще амфибия какая-то крутая сбегала. Блин, там такие испытания. Мало не покажется. Так, ну, давайте. Так, ну это было, это не сложное испытание. А когда какой-то гибрид какой-то крутой, то там вообще и полосочка, по которой попасть нужно, очень низкая. И вот этих штук бывает по 6, там и раундов было 6. Ну, в общем-то, шикарно. Ну, идеальная поимка. Мы... Нет, мы... Ну, пропустили 2 кубика, да? Ну, и гена подзаработали. Фух, да. Ладно. Да, теперь нам тут не скучно. Так, я тут оленей собираю. Как раз.
потому что они у нас пойдут как раз на Индрикоцера, на гибрида. Да, ну как смотрите, как, кстати, да, вот Индрикоцер у нас вот именно как олень. Вот раскраска как у оленя, и грива как у оленя, но роги, конечно, у него понтовые. У этого оленя роги, я понимаю, крутые. Даже у 10 уровня роги покруче, чем у Индрикоцера на 40-м. А тут на 40-м так вообще не роги, а рожище. Да, ну ладно, ребятки. Так, тогда давайте мы идем вот сюда. И уже добьем наконец-то эту штуку. Нам осталось всего лишь 5. Южная Америка. Бонитозаура, да? Аргентинозавр. Тропеогоптер. Тропеогнат. Короче, кто-то летающий, гигантозавр и ирритатор. Есть. Поверхность. Анхипристис, прогнатодон. Так. Ну, два длинношеих и геликоприон. Вспомнил. Так, хозяева тропиков. Стегоцефал, кулазух, микропозавр и... говяльчик. Так, пернатые предки. Ух ты, у нас там еще дальше что-то есть, какие-то награды. Пернатые предки. Так, маюнгазавр, гуаньлунь, пеликанимим, да, это, по-моему, или как там, я все время путаю его так. Раптор и алыч. Та-дам, ребятки, наконец-то у нас появилась статуя Индоминуса. И она куда у нас дотягивается? Ну, вот она сюда у нас до конца не дотягивается, да? А в эту сторону? Ну и вот, то есть буквально мне тут нужно только нажать на две статуэточки, я везде соберу денежку. Это отлично. Ладно, помчались дальше, будем сражаться. Так, о, пещерки, 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 отлично. Вот это какие-то аномальные протостеги. Чё они тут делают? Так, как будем сражаться? Давайте возьмем крутого хайнозавра, крутого генодуса и мозазавра. Это была наша победная троица. Так, Ризод. Ризод, Ризодус, Ризодонт. У нас такая прям скороговорка. Ну, тут смело можно атаковать нам. Три удара хоть по одному, хоть один плюс два. Без разницы. Так, ничего, ничего, мы выживем. Мы выживем. Ну, он по полной проатаковал. И тогда наш мозик будет убивать двоих. Ну, а может и нет. Может еще генодус ксифактина завалит. Сифактин, который сожрал Геликуса и умер. Помните эту историю, ребята? Блин, какой он дохлый. 3000. Так, появился наш мега вкачанный мозик. Два удара и хана. Ну, даже тут и двоих хотело бы в защите, потому что Ризот 700 всего лишь бьет, да, по-моему? Даже 625. И вообще идеальный блок в исполнении мозазавра.
Могли бы, кстати, немножко приукрасить как-то мозазавра, ну, для разнообразия. Сделать такой вот сдвиг, сделать как бы, чтобы на 30 уровне мозазавр выглядел как на 40, а на 40 сделать что-то новое. Было бы шикарно. Так, ну и последний бой. Постоянно эта штука не запоминается. Так. Ромалео пойдет. Он подменится против пещер на пещерного. У нас будет там тилозавр. Так. И пещер. Будем как-то выкручиваться. Больше, чем пол жизни. Нет, блин, чуть меньше. Наверное, не стоило туда атаковать. Смотри какой, а? Блин, ну, наверное, надо сливать. Хотя не хотелось бы ромалеозавра сливать. Но что поделаешь. На 3 даже, не на 4. Блин, я мог бы защититься. Один балл в защиту всего лишь поставить. Раз, два, три. Раз, два. Три. Ну, чтобы точно выжить. Прогнатодон, он, думаю, сменит на Кроника. У Кроника мало жизни, но сильный удар. Так, как-нибудь там распетляем. 4 сменился у него. 3 и... Молодец! Умница, дочка. Проатаковал на 3. И стал легкой добычей. Все, тогда давайте тилика. Тили-тили проливали. Тилозавр и тилокосмил. Ну все прошло без сучка, без задоринки, ребятки. И мы разблокировали в очередной раз Глиптодона. Кстати, да, они такие забавные. Глиптодон. И еще какой-то там дон у него тоже родственник. Давайте сейчас на них поглядим. Они так забавно хрюкают. Как какие-то кролики. Смесь кроликов и черепах. Так. Вот это наш... А, ну, Дедикурус. Давайте, смотрите. Так, ну это, в общем-то, его какой-то родич. Дедикурус. А вот Глиптодон. Черт, у меня не только по одному, надо повыводить 30, 20, 10 поделать как-нибудь. Давай еще раз. Кто вам больше нравится, ребятки? Глиптодон или Дедикур? Ну, Глиптодон у нас такая больше панцирь, как у черепахи, похож. Такой крупный. А у Дедикура, как у какого-то броненосца. Мелкие эти. Так что пишем в комментариях, ребятки, кто вам понравился больше. Тут булава, кстати, есть. А у там есть булава? У Глиптыча. У Глиптыча не... тоже есть, ну, какая-то маленькая булава. Маленькая булава. В общем, такие дела, ребятки. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.